Всем привет, всем здравствуйте, девочки. Очень неожиданно я врываюсь на канал ВК. Меня зовут Анна Грищенкова. И у нас случились технические неполадки с эфиром на YouTube, пока мы не выяснили, что это такое получилось. Но, к сожалению, подключиться сегодня я там не смогла. Поэтому ловите второй эфир здесь, ВКонтакте. Думаю, что он будет вам полезен, и мы его также выложим потом на YouTube. Здравствуйте, Ольга. Так, что мы сегодня будем делать? Запрос был на дизайн с гелем паутинка. Да? Спрашивали, как с ним работать, что с ним можно попридумывать. И я сегодня для вас подготовила. Здравствуйте, Алена. Подготовила для вас сегодня два варианта. Постараюсь их показать побыстрее, потому что мы полчаса пытались подключиться, девчонки, тщетно, честно пытались, и выясняли, что же все-таки такое случилось. Такие у меня два фона. Я сегодня буду работать с коллекцией From Dawn to Dusk, такой яркой коллекцией, и, соответственно, гелем паутинка. Гель паутинка у нас черный и белый. Так, и один у меня будет дизайн более такой светлый, а второй будет более темный. Делать мы сегодня будем абстракцию и посмотрим, что у нас дальше будет по времени. Если получится, то я еще покажу, как вообще, что можно вообще, в принципе, еще сделать с паутинкой. Так, сейчас я посмотрю, чтобы... Так, первый дизайн у меня будет вот такой вот бежево-зелененький. И поскольку у меня абстракция, я полусухой кисточкой просто буду наносить цвет. То есть, чтобы получилась такая красивая мазюка, не знаю, как ее назвать, нужно практически сухой кисточкой, да, и вот так в разлет нанести, чтобы получились такие вот художественные шарки. Угу. И сушим. А второй дизайн у меня будет поярче, посочнее. Я 408 уже за кадром нанесла. И по нему будет у меня 407 номер, также только в другую сторону. Сделаем. Нанесем так вот абстрактно и хаотично. Тоже. Вообще очень люблю абстракции. Конечно, нужно какая-то доля воображения, чтобы дополнять такие вот штрихи, мазки. Но я думаю, что это можно в себе развить, это качество, да? Нужно просто больше тренироваться. И делать, не бояться делать такие дизайны. Сначала можно на типсиках, и потом в перспективе, конечно же, можно на уже клиентах. Смотрите, перекрываю это все вельвет топ гелем, и кроме паутинки хотела вам показать еще одну очень хорошую технику. Она может пригодиться вам во многих дизайнах. Это такие микроградиентики, очень похожие на переходы в китайской росписи. Но делаются не плоской кистью скошенной, а делаются обычными кисточками. И здесь то же самое делаю. Перекрываю вельвет топ гель. И сушим.
ярко, сама не вижу, чего делаю. Так. Люблю Velvet Top за то, что он практически сразу дает возможность нам начать что-то делать дальше. Чтобы его просушить подольше, надо, конечно же, просушить его минуточки две, но чтобы он позволил нам дальше что-то делать, можно не сильно долго его сушить. Итак, беру черный, можем делать белым, можем делать черным. Но так как у нас, смотрите, мы можем вот этот дизайн увести в светлую часть, да, если мы будем белым делать, то у нас будет такой более весенний. А можем увести и в темную часть. Вот сейчас я попробую его увести в темную часть. Сделать поконтрастнее. Посмотрим, что из этого получится. Итак, по технике, что я вам предлагаю делать. Смотрите, ставим линейную кисточку. Я сейчас взяла черную гелевую краску. Это у меня эмпаста, черная смола. И рисую вот такие вот полоски. Угу. Можно какие-то полоски рисовать прямо до конца, а какие-то, например, в разлет. Сейчас мы нарисуем вот эти вот и посмотрим, может быть, еще добавим. Берем безворсовую салфеточку и клинер. Нам нужна влажная кисточка для этой техники. И нам нужно, чтобы у нее были ворсинки, то есть чтобы она была уже не линейная, а вот такая вот кругленькая. Угу. И начинаем вот эту вот красочку потихонечку вниз стаскивать. Но мы стараемся что делать? Мы верхнюю границу не трогаем, а нижнюю границу стягиваем. Если прям совсем тоненькая линия, можно не делать этого. Теперь берем и стягиваем только самый низ, растаптываем его. И у нас получаются вот такие вот, такой шлейф у полосочки, да, градиентный. Опять берем кисточку влажную. И опять же начинаем стаскивать вниз. Стараемся верхнюю границу не трогать, а трогать только нижнюю границу. Постаскивали, кисточку протерли, сделали ее опять такой лопаточкой. И теперь разбиваем только вот эту вот нижнюю границу, которая у нас получилась очевидной. Да, если вы где-то задели, ничего страшного, просто нужно чуть-чуть вот чистой кисточкой подтереть. По Velvet Top очень хорошо это делать. Материал хорошо по нему очень тянется. И точно так же вот у таких вот полосочек, которые в никуда уходят, мы просто вот эту нижнюю границу растаптываем. И стараемся, чтобы она у нас ушла в никуда. Также у этой. Лучше всего, конечно, если это будут плотные гелевые краски. Потому что если будут гель-лаки, они будут по матовому топу подтекать немножечко, да, расплываться. А вот именно гелевая краска, она пастозная, и она не дает такого эффекта. Угу. Сушим. Добрый день, девочки, кто присоединяется. Сегодня неожиданно я здесь с вами. Так. Здесь я хочу тоже использовать и сделать примерно то же самое, но я использую не чисто белый,
а промежуточные. Вот смотрите, у нас белая будет паутинка, а вот такие полосочки мы с вами намешаем какой-нибудь цвет. Возьмем белый рафинат и вмешаем туда, например, розовый, мадженту. Тыдынц. Нам нужно получить оттенок средний между тем, что у нас уже есть, и белым. То есть не очень темный и не очень светлый. Кисточку убираем. Если вы слышите храпушки, у меня сегодня со мной моя собака. Это французский бульдог. Маме не мешает работать, он спит. И они храпуны. Они похрапывают во сне. Так, маленькая храпушка моя со мной сегодня работает. Так, берем опять же линейную кисточку, наводим фокус. Не хочет наводиться фокус. Угу. И делаем то же самое, только здесь у нас направление другое, поэтому мы сделаем здесь что-то по направлению, а что-то немножечко в диссонанс пустим. Так, и, например, давайте... Так, конечно, можно делать не только по прямой, да, сейчас я по прямой делаю, чтобы вам эту технику продемонстрировать. Можно так делать и кривыми полосочками, например, вот так вот, да, то есть искривлять полосочки. Просто, смотрите, паутинка, она дает в основном прямые полосочки, искривленные, ей можно делать, но они идут в основном по дуге. А если хочется прям вот такой вот извилистой, то это лучше, конечно, рисовать. Вот. И мы то же самое абсолютно делаем. То есть мы верхнюю границу не затрагиваем, стараемся. А по нижней мы спускаем вот такой вот первый этаж. И потом разбиваем вот эту четкость, которая у нас получилась, еще ниже растаптываем. И желательно это делать влажной кисточкой. Влажной кисточкой растаптывается намного быстрее. И уводим прям в никуда. Стараемся. Угу. И также делаем с остальными. Если мы, например, да, никуда ее увели, то стараемся до кончика дойти и потом просто на нижний этаж так вот смахнуть еще. Получаются такие мини-мини растяжечки. Они придают уже какую-то рельефность, да, объем. Привет, привет. Так, сейчас. Покажу еще поближе, что получилось, и просушиваем. В чем смачиваете? В клинере, просто в клинере. Так. И теперь что мы можем сделать? Мы можем добавить паутинку. Мы можем сделать это несколькими способами. Берем апельсиновую палочку, почерпываем на нее материал,
Видите, он уже тянется, потому что паутинки, они такие вот тянучки. Тянучки, тянучки. Пиу, пиу, пиу. Вы можете, видите, как у меня получается, да? Вы можете прям на какой-то просто белой поверхности потренироваться, прежде чем на клиенте делать, если вы паутинкой никогда не работали. И мы можем просто зацепить за один краешек и протянуть к другому. И вот таким образом можно рисовать. Да, они получаются разные. Зацепляем и тянем. Если нам нужно более тонкую полосочку, значит, отводите прямо высоко и укладывайте ее. Если более толстую, то более полого ведите. И укладывайте ее прямо на типсик. Угу. Все, сушим. Как можно еще сделать? Можно на перчатку подхватить также материал, просто ткнуть в него пальчиком. Угу. И вторым пальчиком большим почавкать. Тогда будут вот такие вот нитки. И можно их просто укладывать. Иногда по нескольку ниточек получается. Да. Вы уже когда все сделали, когда дошли до этих ниточек, чтобы сразу на все ногти сделать, чтобы перчатку потом один раз, видите, иногда уже несколько получается. Под разными углами их укладываете. Очень хорошо, кто вот не очень любит рисовать такие тонкие линии. Кто любит побыстрее дизайны. Такие абстракции, они прям вообще очень самое то. Как же ее накладывать? Всегда хотела посмотреть. Да, вот так вот, тын-дын, и все, и положили. То есть, смотрите, главное свойство, да, паутинки в том, что она вот так вот тянется. На то она и паутинка. То есть вы можете один раз вот так испачкать, потом просто клинер берете, попшикали на ватный диск куда-то, либо на... Куда я? Угу. Попшикали. Да, и вот как вы все 10 ногтей проделали, или сколько вы решили делать, вы просто протерли перчаточку. И все. И все. И дальше работаете. Угу. Это если перчаткой вы хотите вот так вот накладывать, да? Если перчатку не хотите пачкать, то можно вот таким образом накладывать. И получаются, конечно, вот такие вот быстрые классные абстракции, которые вообще не время затратны. Их можно потом чем-то дополнять. Ну, например, давайте дополним, можно надписью дополнять, да? Можно дополнять надписью. Можно попробовать на нее втирку сделать, потому что она с липким слоем, а матовый топ у нас без остаточной липкости. Тогда она будет блестящая. Можно, ну, вот, классно дополнять какими-то шармиконами, конечно же. Сейчас я возьму у меня... О, смотрите, прикольный попался. Можно там как-нибудь вот так, например, дополнить, да, какой-нибудь загогулькой золотой, даже вот со сбоку, или серебряной. Да, вот на темный фон серебряная загогулька, понимаете, как она ляжет? Вот так вот, трынц. Или сюда, например, трынц. Ну, давайте уложим, на одну, например, загогулю положим. Шармикон.
загогулю шармикон. Сейчас мы ее... Давайте вот эту крепим. Это уже все, такая художественная мысль побежала, называется. Так, загогуля. Положили, прижали. И вот эти вот штучки натянули, прикрепили. На матовый топ тоже она прикрепится. Конечно, похуже, чем на глянец. Не так примагничивается. Но, по сути, он тоже не имеет достаточной липкости. Поэтому лучше чуть-чуть прям заранее закончите, чтобы у вас ничего на стыки не попало. Угу. И получается, например, вот такой вот дизайн. Такая абстракция. Да? О, кстати говоря, смотрите-ка. Осталась у меня вот такая вот одна штучка. Что, мы ее выкинем, что ли? Нет, конечно. Мы ее тоже сюда пристроим. Так, можно так. Можно, конечно, так не делать. Ну, смотрите, не знаю, нет, мне кажется, она вот тут лишняя. Тут прям один акцент только нужен. Так. И все. И теклосом перекрываем. Угу, сушим. Так, а сюда, например, давайте какую-нибудь надпись. О, прекрасно. Вот у нас тут новые как раз надписи. Сейчас мы чего-нибудь отсюда такое возьмем. С надписями вообще беспроигрышный вариант. Можете абсолютно любые брать надписи. Они тут... Все будут в тему и на подложке, и просто надписи. Да, вот как раз баланс. Угу. Баланс давайте и прикрепим. И, например, этот вариант можно матовым топом покрыть. Черненьким написать баланс. Так, это я сейчас неудачно сделала. Аккуратно открепляйте, потому что сейчас шармиконы прям на очень и очень тоненькой подложке. Очень легко повредить, но зато они, знаете, прям прикрепляются вообще незаметно, без какого-либо объема, очень плотненько и очень, очень легко потом их перекрыть. Так. Вельвет топом перекрываем, и этот вариант у нас будет матовый, а тот будет глянцевый. Тут я маловато, наверное, перекрыла, хотя сейчас у нас все блики уйдут отсюда и будет все огонь. Да, можно с выравниванием, потому что паутинка, она такая немножко рельефная. Вот. Можно дополнять чем-то. Я сейчас дополню, сушить не буду, потому что здесь уже будет такой, наверное, явный перебор. Но просто, чтобы вы понимали. То есть, если, допустим, вы... Сейчас фокус... Если вы видите, что вам надо чем-то, например, дополнить, вы можете взять импасту, например, белый рафинат, да, и чем-то дополнить дизайн, если есть такая необходимость. Допустим, взять линейную кисточку и дополнить какими-нибудь, например, там, овальчиками. Тоже в эту же сторону летящими. Вот. Но сейчас больше минимализм как бы в тренде, поэтому смотрите, кто любит вот такой с более насыщенный разными прорисовками дизайн, то тому, наверное, зайдет хорошо. Кто любит больше такой минималистичный
стиле. Тому, возможно, и полосочек поменьше, и паутинки поменьше, и, может быть, даже и без серебристой вот этой вставки, и без прорисовок. Все мы разные, у всех разные вкусы, я просто показываю диапазон, да? А где вы остановитесь, это уже можете вы решать самостоятельно по своему вкусу и по запросу клиента. Ну и также здесь, да, смотрите, у нас здесь такой более стильный вариант получился. Беж очень классно с зеленым, мне кажется, смотрится. И также можно что-то, например, если вы хотите добавить, можно просто там поприкладывать кисточку даже. И каких-то добавить элементиков. Там у нас были пустые овальчики, а здесь у нас вот такие закрашенные. Могут быть, например. Чуть-чуть. Вот так, может быть. Понятно? То есть вы можете что-то на фон накидать, а потом уже паутинкой дополнить все это. Тут делается очень быстро. Это прям вот дизайн для опоздавших клиентов. Также с любыми, например, декорациями очень хорошо сочетается. И я вам приготовила еще, вот мы успеваем как раз сделать, чтобы показать вам. То есть вы можете, допустим, делать это следующим образом еще. Можно, смотрите, как делать. Берете вот эту соплюшку, такую вот тянущуюся, подносите к ногтю. Сейчас. И она может упасть какой-то, например, фигурой. Может быть, это будет на каждом ногте там разная фигура, да? Вот. И вот вам, пожалуйста, абстракция какая-то. Да? У нас, например, есть классная коллекция, не знаю, сейчас она есть в продаже уже или ее разобрали. Вообще все лимитки, девчонки, прям надо брать сразу же. Есть такая коллекция, Эмбосси называется. Вот, Эмбосси. И 317-й, здесь молочка с вкраплениями очень красивыми. Вот я почему сейчас вспомнила про нее, потому что она здесь прям была бы огонь. Ее прям можно вот так вот покрыть где-то. И эти крапушки, они сразу дополнят дизайн и сделают его прям мега стильным. Бежевый шедевральный, как говорит моя крестница. Спасибо, Татьяна. Да, бежевый мне тоже прям получился очень классный. Я думаю, что он такой получился, знаете, более стильный, потому что за счет вот сочетания цветов еще. Да? То есть можно не по прямой, можно вот так накидывать, и, но, к сожалению, тут не отследите, то есть как получится, как получится. И, конечно, можно сразу же добавлять там какие-то тоже, например, там декорации, допустим, вот эти самолетики полетели, да, или крылышко там как-нибудь примострячить сюда. Вот. Я это сделала, этот типсик перекрыла текласом, чтобы вам просто по-разному показать, как еще ложится она. Паутинка. Например, вы можете просто взять и ее, давайте помакаем, и растягивая ее, накладывать, например, там в одну какую-то часть, да, допустим, в нижнюю часть, в зону френча там наложили. Видите, как быстро она делает, и уже куча полосочек классных. Или, например, сейчас, всех быстрее получается немножко наискосочек. Тоже так же помакали. Вот так вот я люблю в разных направлениях накидать. И все. И вот вам готов дизайн. Сюда шармиконину. Вот такую, например. Давай, фокусируйся.
Сейчас. Хочет фокусироваться. Да что такое? Просто перчатка грязная, поэтому... Не знаю, что почему не хочет на Шармикон фокусироваться. Может быть, блик там вот этот мешает. Вот сюда, например, вот такую шармиконину, пластырь с цветочками, и вообще все огонь, да. Либо можно еще сделать, например, по прямой вдоль. Ну, это немножечко посложнее, но тоже можно. Сейчас введу. Можно, например, видите, оттягивать и укладывать по прямой. Там что-то отделять. Например, одну половинку от другой. То есть прям пальчик клиента держите около палитры или около баночки. Да, у меня сегодня на палитре. У меня баночки рабочие. Не очень презентабельном виде. Я решила не пугать вас. И самой не позориться. То есть можно в продольную их пустить. Да, что-то такое сделать. А можно еще прикольно, знаете, как делать ей паутинкой? Сейчас я быстро лаком для стемпинга сделаю, но это лучше сделать какой-нибудь, ну, внутри, да, фоном. Например, вы делаете что-то. Просто лак сейчас у меня быстро высохнет, и вы поймете, что я имею в виду. То есть, например, вот так вот сделали, да, фон. Фон сделали. То есть какую-то частичку, например, сделать черной или белой. И вот сюда вот нанесли. А потом отсюда прям берете точку. Сейчас подгребу. Берете точку, ставите посерединочке, да, и начинаете из этой точки вытаскивать и укладывать. И можете вот так вот, например, накидать, допустим, в одну сторону заштриховать, да? Одну сторону заштриховать. Здесь, конечно же, потом кисточкой поправить, чтобы попрямее было. Да, я просто показываю вам сам принцип. Можете все заштриховать. Туда-сюда вот так вот просто отводите. Вот, можно дотрагиваться, можно не дотрагиваться до края. Угу. Будет все заштриховано. Потом, например, перекрываете и сюда какой-нибудь... Можно украшение положить. Получится такой дизайн. Понятно? То есть вам нужно главное понять сам принцип, как паутинка раскладывается, как она вытягивается, как она действует. Все остальное, в принципе, не так сложно применять.
Также можно и белый, да, вот мы в сторону белого сейчас сделали, а вы также можете наоборот, как бы, чтобы ноготь был черным, по нему были белые полоски, например, тоже все это можно. Но вот самое прям быстро это вот раздвигать и укладывать ее на кончик, так вы еще и не заденете боковые валики сильно и прям сделаете такой экспресс-дизайн, то есть у вас на любой цвет. Очень красиво на светлых смотрится, на бежевых, на всяких нюдовых камуфлирующих базах. Прям вот где-то акцентик сделали и уже там шармикончик приклеили. И это такой быстрый экспресс-вариант, который вас спасет, если клиент опоздал или если он любит какой-нибудь такой вот минимализм. Просто возьмите, попробуйте повытягивать вот эти вот ниточки, палочки. Кто-то умудряется из них составлять прямо геометрические какие-то вещи одинаковые, но это сложновато. Вот, конечно, абстракция с паутинкой – это вообще самое, я считаю, классное, что можно делать и быстро, и очень кажется, что вы это вырисовывали, эти кучи полосочек, очень-очень долго. Ну что ж, наш эфир подошел к концу. Спасибо большое за просмотр, за то, что вы активно участвовали. Надеюсь, я помогла вам своими советами, и вы что-то возьмете в работу. Я вас всех люблю, обнимаю каждую. До встречи в новых эфирах. Пока-пока!